Блин, наконец-то. Ну, правда, проблема в том, что я 12-го уже не буду играть тоже. Я опять в лагерь уезжаю. Блин, ты заебал. Я вот в лагере был один раз. Точнее, не в лагерь, а на дачу. Чё? Это уже мой третий день, когда я не буду спать. Мне, кстати, эта тачка не вкачана. О, Италька, прикольно. Это скилл-тест или спуск? Face-to-face. Или стенка на кассе? Face-to-face. Всё. Я перепутал спуск с face-to-face. О, качет хорош. Тоже на Итальке. Ты, если не заметил, тут все на Итальке, блин. Нет, ну ты на такой же, как я. А-а-а, нихуя. Ну то есть у тебя из этого. Из автоклуба. Они немножко мешают. Да, давайте скооперативимся и выкинем все мячики. Столько мячиков не впадло. Мне тоже. Я лучше по боку так проедусь. Я тогда вам буду мячики сюда ставить. Качан, ты красавчик, ну, честное слово. Я розовый. Я тоже. Блять, я вылетел. Хоть ты меня не сбивал, но я тебя прощаю. И не мне. Я все равно тебя прощаю. Может, мне-то я прощаю тебя. Блин, почему я последний? А угадайте-ка, у кого машина рампа? Да, ну на. Пидарас, блядь. Даже меня сейчас все поедут, блядь. Улетел опять, не? Пошел нахуй. Не, давайте, братан, я... Кто меня подбросил, хорошо так. Значит, ты там толком не упал? Не. Хорош, лучший просто. Розовое говно. Прости. Иди нахрен. Ты сам себя называл розовым. Еще один. Ты тоже розовый. Вот, именно качет вот получил. А, сбросил меня. Значит, давай просто не даем им проехать. Дочь. Кача сейчас тоже не проедет. Проехал. Скажите, какая у вас следующая тачка? Будет прикольно, если здесь эти будут. Качет, слушай, ты красавчик, Качет. А блин. А я кого-то мячиком вытолкнул. Нет, ты меня не вытолкнул, я заставился. А, ну короче, было похоже, что я кого-то мячиком. Я уже вылетел, но я заставился. Хорош. Тогда не буду просить у тебя прощения. Не, ну это было прикольно. Мне особенно. Это Качин был, да? Ой, сейчас, кстати, хороший автомобиль в моих руках, ребят. Очень хороший. Очень хороший. Где проехать? Очень из хороший автомобиль. Всем, бля. Ладно, Качин вызвал. Ой-ой-ой. Да, было дело. Ну сейчас тут все шарики поскидаю нахуй. Кача, чур, я не шарик. Я тут как сам шарик летаю, блядь. Я розовый. Блин,
А я хотел, типа, знаешь, я хотел тебя скинуть, короче. Чтоб тебе жизнь маслом не казалась. Ой, я затаился. Найс. Ар, прости. Да, давай, короче, у нас цель сейчас. Давай. До свидания, блядь. Качет, стой! Не едь, не едь, Качет, не едь. Ну зачем? Аккуратненько проедь просто. Подождите, дайте пусть мячик выкатится. Помогите мячик вытолкнуть. Арт, мы проедем по-дружески, блядь. Мы проедем, блядь. О, спасибо. Ар, спасибо тебе большое. А, ребята, какой ник у этого арта? Что за арт вообще? Да вот, вот. Блэф, стей. Ну, короче, просто Антоха. Антоха, понял. Ну там просто в конце ТХА, как ТХА, Антоха. Что ты выслал? Павел? Высокий Павел. Значит, ты Паша? Не Павел, а парень. Ну, короче, мальчик, парень. Нам не послалось Павел. Вы можете, пожалуйста, не вспоминать Катя-то? Мне тошнит от геометрии. Синус, котинус, гипотенуза. Катит. Равнобедренные треугольники. Параллелограмм. Какой класс, Ташкет? Я восьмой. Ну, перешел в восьмой. Понял. А я вообще в лицей поступил. Крутой. Спасибо, Боев. Ну ты крутой, Павел. Да не Павел, а парень. Мне без разницы, кто он меня столкнул. Он Павел. Это серьезно, кто бы говорил? Круто. Да выебывался, Андрей. Да. Так я не упал. Сейчас я тебя догоню, Качет. Пожалуйста, ты не сбрасывай. Ну зачем, ну? Чё думаешь, самый... Спасибо, Димон. Он на дюне, да? Или на чём? Димас, ни разу... Димас, я тебя вообще ни разу не тронул, а ты, блядь... Димас, я тебя так люблю. Благодаря тебе мы столкнули Качета. Будем считать то, что ты столкнул Качета. Охуенно, блядь, не ебать. В бан его. Блядь, теперь, было вылечить, теперь, да? Теперь я точно, блядь, нахуй вообще, блядь, всю катку проебал. Кто это застрял? Андрюха второго. Я застрял. Блин. Помогите, пожалуйста. Да, помогите. И что, ничего не происходит. А что будет? Форсаж. Кстати, десятая часть будет заключающей, вы знаете? Бля, пощадите нахуй, это пиздец, блядь же. О, давай. Я тебя тоже пощадил, Качек, поэтому все. Ты мой должник. Блять, у меня носатый на жопе нахуй. Ты говоришь? О, слушай. А, я понял, Ар, что ты имел в виду. Вот вам. А мы его удали! О, Ар, прикольно, если я... Ар, посмотри на меня. Блин. Вот тебя, понял? Кого я там выкинул? Вот, посмотри на меня.
Я полетел. Я видел. Посмотри вот на меня, посмотри на мою маленькую машинку. О, слушай, подожди, розовый, можешь чуть-чуть притормозить, пожалуйста? Не могу. Я хочу, ну просто я хочу, чтобы ты меня чуть-чуть прикрыл. Да хватит. Димон, предлагаю мир, у нас общая цель столкнуть Качета. Качета, это... Ну ладно, тогда у нас общая цель столкнуть тебя. Да. Твоя задача... Вот я толкаю только первого, блядь. Мне нужен первый, нахуй. А кто первый? Хотя, блядь. А кто первый? Ар, посмотри на меня, посмотри. Ребята, на меня. Кто первый, я не понял. Я. Я первый. А, все, понял, блядь. Ладно, я пятый. А кто первый, я не понял? Не знаю. Я понял. Ну, блин, что, не знает, кто первый, что ли? Никто не знает. Ар, давай вот этого чувачка надо, блядь. Какого? Пока что. Ну это какой-то, знаешь, это какой-то безобидный face-to-face, потому что тут трудно улететь. Тут стенки есть такие. Ребят, не надо, я пятый. Там был, успокойся. Значит, от души. Да ему не до тебя. Качет, я тебе сейчас помогу. В смысле ты меня жалел? Ты меня пытался спихнуть на протяжении... Андрей, давай, гасани его нормально так. Он застрелился. Ладно. Улетел. Финишируй быстрее, чтобы отчет был быстрее. А Март едет. Встреть его, пожалуйста. А, блин, отчета нет. Я забыл, что у нас пятеро. Так я тебя наоборот засейвил, прикинь. Ты же засейвил, говорю. Не хотел. Пруфы. А, кстати, я так прикольно вырвался на четвертое место. А у тебя есть спуски еще? Давай еще, пошли еще спуски. Пошли. Пошли стенки. А все финишировали? Нет, отлично.